Всех приветствую на моем канале, с вами я Лайон, и сегодня мы играем с Смотрайм ТА. Ну, собственно, играем в МТА, у нас сервис Смотрайм ТА. Сегодня, я думаю, куплю себе новую машину. Смотрите, у меня 500к в банке, блин, оштрафовали, правда, окей. Платить за проезд, а куда мы едем-то? Блин, ладно, там тоже есть БУ. Мы, короче, я думаю, сегодня будем брать М5 и Е34. Смотрите, эта машина у меня, ну, типа на комфорт. Я М5 и Е34 беру на драг, потом возьмем машину для оффрода, и потом, я думаю, возьмем машину для дрифта, собственно. Я хочу что-нибудь потом для оффрода, собственно, выбрать. Ну, это будет не скоро, я думаю, потому что дома очень дорого стоят. Я думаю, свой дом продам, куплю себе новый дом. Ну, собственно, вот это все фигня тень. И, кстати, напишите в комментариях, ставить ли на нее разварочки. Ну, я вот не знаю, ставить, не ставить. Но, собственно, думаю, поставить может. Я еще в группе голосования провожу, ставит ли мне сюда разварочки, но, ну, не знаю. Давайте, опа, аккуратненько поехали. Так, где-то вот тут вот у нас, блин. Так, поехали, где-то вот тут вот у нас, собственно, этот, не тюнинг, а БУ. Мы сейчас зайдем на БУ, я выберу машину и сам куплю, потому что на БУ жестко лагает. А, нет, ладно. Сами даже зайдем на БУ. Правда, лагать будет жестко. Ну ладно. Встаньте сюда. Так, давайте первый гараж перейти. Я хочу что-нибудь такое дешманское. Ой, ну хочу вот М5, Е34 ищу. Но может даже приорку сейчас. Нет, приорку не хочу. Нет, 2 ляма 400. Ой, 2 ляма 40 нам не подходит. Я хочу что-нибудь под драг и дешевое. Ну, 500к, чтобы стоило. А оно... Нет. Давайте второй этаж. Перейти. Ой-ой-ой, тут уже жесткач начинается. Ну что, тут у нас 807к. 2, ну, 3к. 3к, можно сказать. Гранд Чероки, да? Да. Так, это Вайпер, так, Бентли, Бентьяго, так, GT500, Land Cruiser, ну, короче, Хураканчик. Ну, короче, тут я ничего, опять же, не могу взять. Так, давайте тогда на третий этаж перейдем, может. Ой-ой-ой, тут СРТ есть. М1, 2 ляма 400 стоит. О, Веста. Даже Весту мы не можем купить. А где, собственно, М5 Е34? В этот салон, типа, не продавали ее вообще? А сколько слива стоит? Слива стоит 340к, но слива для дрифта можно взять, но я, собственно, не хочу тачку для дрифта. Давайте четвертый этаж, вроде бы. Всё, вот 850к. В скором времени, возможно, даже X5 для оффрода куплю. Шкода Октавия. Мне очень нравится, но она не по бюджету. Я видел, что в группе написано, что за сколько-то там 380к вроде этот стоит М5 Е34. Но я точно не знаю. Я, кажется, видел М5. Нет, это... Очкарик. Блин, тут очкарики только вот и есть. Камрюха. Нет, камрюха тоже не по бюджету. Ну, что за фигня, блин. А импресска 510, нам 10к на нее не хватает. Хотя, стоп. Да, 10к нам на нее не хватает. Ну ладно, я ее брать не собирался. Давайте сразу так. А, вроде мы и так. 7-й должны были сейчас подниматься. Так, что тут у нас? Тут тоже ничего. BMW 7. Ну ладно.
Так, поскакали, так сказать, дальше. Так, восьмой этаж. Блин, тут нет ни одного М5.3.4, что ли? Его, походу, даже с сервера сняли. Я думаю, даже так. М4. Сколько? 5, какая 100. МК 101 номера. Ну, ладно. Так, 9-й вроде этаж нам надо сейчас. Так. Его, походу, даже с сервера сняли, потому что его вообще нет. Семерочка у нас опять же. Волга за 85К. Я просто не знаю, где у нас этот есть. Собственно, ну, где бэшки продаются. Поэтому тут, ну, сюда заглядываю. А так я купил. Блин, мы там же. Так я купил с салона. Давайте сейчас, может, к салону подъедем. Может, там на карте есть что-нибудь. Я даже на карте же не смотрел. Я же, собственно, идиот. Я на карте не смотрю ничего. Ну ладно. Так. Что тут у нас есть? Артём, пожалуйста, дверь закрой. Так, извиняюсь, друзья. Так, аккуратненько переходим сюда. О, Супра! Блин, 850К, Супра не по этому. Не по бюджету, блин, я так Супру хотел. У меня ни одной сервере Супры не было. Смотрите, какая прикольная желтая Супра. Ну ладно. Просто в КРМП она не очень качественно сделана, и поэтому я ее там не беру. Она мне там не нужна. Мне она нужна тут. Блин, ну может есть? Ни одной бэшки, что ли, такой? Которую мне надо. C63, 3КК500. Нет, не хочу. Кстати, почему-то донат не работает. Ну, не донат, официальный сайт. Я бы так мог сейчас себе получше машину купить. Что тут у нас есть? А ничего тут у нас по бюджету нету. Я вот М1 куплю в скором времени, думаю. Покрасим ее. Ну, такой же красный, может, оставим. Я не знаю. Давайте тогда посмотрим лучше, знаете где? Выйти из БУ. Давайте сейчас на карте посмотрим это все дело. Нажимаем J, окей. F11. И где тут он? Все, поехали сейчас к БМВ. Я понял, где. А он только что. Блин. Ладно. Так, F3 вроде, да? Да. Респаун, телепорт, все. Так, я рядом сажусь, ладно. Так, поехали сейчас. Этот автосалон тут, в городе, прикиньте. А я тут туплю. Там Audi еще автосалон есть. Ну, или смотрите. Q7 куплю. Или Q7 есть туда. Или вот эту Q7 куплю, или куплю этот BMW X5 для бездорожья. Или УАЗик есть, наверное. Не, УАЗика вроде нет. Так, мы хоть правильно едем? Нет, неправильно. Вот. Вот же моя тачка. Ну, не моя, но будущая моя тачка. Так, вон там у нас продаются эти машины. Где-то там. Е39, может быть, Е39. А сколько она стоит, интересно? Ну ладно, ставим пока. Я думаю, сейчас еще попробуем дыбы запихнуть в этот, в как его, на эти настройки. Дыбы запихнуть на М5, Е34. О, почти доехали, кстати. Блин, пожалуйста, нет. Блин, переспавнить надо тачку теперь. Опять. Спавн. Блин. А как она это все дело работает? Так, поехали. Так, аккуратненько. Этот чип у меня, короче, семерка у меня на этот. Ну, на. Не на драк, на комфу. Ой-ой-ой. Я надеюсь, рядом есть банкомат. Вон, я вижу свою будущую тачку.
Ну, возможно, не отсюда купим даже. Если она слишком дорогая будет, я ее куплю с БУ. Найду ее все-таки с БУ и куплю. Вон там въезд. Я как дебил припарковался там. Извиняюсь, так. М4. 6 кака скоса. Так, это что у нас? М6. 3500. Е39. Вот. Лям 100 стоит. Нет. Нам не по карману. 7 кака. Х5М. Лямчик? 10 кака. Вроде 10 кака. Бэха 7 нас не интересует. Это 3500. 1 кака. И, собственно, что у нас тут? 320К. Собственно, ее и берем, я думаю. А сколько у нас М1 стоит? Так, 2 ляма 400. И Ай-8 тут, да? 20 кака. Ладно. Давайте ее возьмем. Надеюсь, не наличка должна быть. Да. Недостаточно средств. Да, наличка должна быть. Блин, ну я хочу ее. Блин, она мне так нравится. А? Особенно в сером таком, или в черном, или в белом цвете. Ну, вот я представляю себе Бэху именно в таких цветах. Где тут у нас банкомат ближайший есть? Я как, блин, как настоящий топовый рак. Не знаю, как, ну, какой меткой тут банкомат отмечается. Ну ладно. Сейчас поищем. Блин, опять туда тащиться. Ладно. Извиняюсь за мою тупость, друзья. Я просто слишком такой рак. Рачила. Так, посмотрим. Сейчас. Ну, снимем 500К. Там тюнинг, цвет, я думаю, еще выберем. Поставим дыбы, чуть исправим. И будет мах конфетка Вася. Машинка. Надеюсь, с номерами повезет, но скорее нет, чем да. Ладно, поехали. Блин, звонят, походу, мне. Нет. СВР продают. С номерами СВР 001. Ну ладно. Смотрите, можно и боком дать, и прямо вальнуть. Поэтому я называю это комфорт. Ну, мне, в принципе, на семерке комфортно ездить. Ну, надо и клиренс... Ой, не клиренс, этот, блин, поднять ее надо чуть-чуть. Так, и будет конфетка, слушай. Потому что на бордюрах она, смотрите, на бордюрах едешь, так оп, и подскакиваешь. Это мне не очень нравится. Так, поехали. Сюда. Сюда, во. Опять сюда же приехали? Давайте тогда заглянем. Давайте сначала снимем все. Снять деньги. Снять все деньги. 500К сняли. Давайте заглянем быстренько вот, на последний 25-й. Или как там? Этаж. Так, ну чё? Как я понял, нифига нет. Ну, походу, М5 и 3-4 хороший выбор. И... Собственно, никто их не продает, поэтому может. Или сразу их покупают, может. Я не знаю, тут нет вообще М5 и 3-4 автомобилей. Давайте еще на 23-м. Просто не хочется слишком много денег тратить. То мне еще там на тюнинг. Ху-ху-ху! Вот это мы. Вот я до последнего думал. Блин, чё с... Ладно, сейчас покупаем. Стоп, я проверю. Так, друзья, вот мы купили BMW E34, я перезашел. Ой-ой-ой, чё она на таких катках? А сколько такие катки-то стоят? Что оно на таких катках?
Блин, номера у нее, конечно, отстойные. Ну ладно, оставим. Я думаю, сейчас каточки поменяем для нее. Или хотя бы поменьше сделаю. Я хочу вообще стоковые катки посмотреть. Так, шинка у нас вон там даже. Ну, блин, она белая. Мне не очень нравится. Я ее черную обязательно сейчас перекрашу. Так, где у нас шинка? У меня просто карта опять багнулась. Так, ладно, давайте посмотрю. Джей. Шинка у нас... Во-во-во! Вон там можно и чип поменять, и цвет поменять. Вот где-то тут... Во-во-во, вон там. Все понятно. Джей. Я понял, где это. А вот тут и шиномонтажка есть. Вроде. Да, тут шинка есть. Так, шиномонтаж. Вот. Все, посмотрим. Так. Открыть каталог колес. Стандартные диски. Не-не-не, чуваки, чуваки. Разварочки нет. Во, такие колеса нормально смотрятся. Смотрим, так, колеса. Такие есть, такие. Нет. Давайте такие. Нет. Закрыть каталог колес. Смотрите. Итоговая сумма? Какая, блин, нафиг итоговая сумма? Открыть каталог колес. Что за фигня? А как выйти-то? Не итоговая сумма пишет, типа. Ну, типа 180к за них платить надо, а у нее. Ну, у меня они уже поставлены, и я не знаю, как выйти. Так, а чё? Не, я не буду за это платить. Так, ну давайте хоть нормальные колеса тогда выберем для нашей ласточки. Мне те колеса и так не нравились. Так, вот эти, может? Не, они слишком дорогие. Давайте вот такие. Чё? Такие сколько стоят? Так, 320, 260. Сколько у меня вообще бабла? 220 у меня. Ну, 220к. Что тут есть за 220к? Тут, собственно, вот такие есть колеса. Такие его. Такие есть колеса за 200к. Так, вот такие еще. Нет, 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 нет. Так, что тут еще есть? Такие есть, что... Нет, спасибо. Так, 290к, 310, 260. Блин, что-то все дорого. Блин, чуваки, сделайте там открыть каталог. Не открыть, закрыть каталог, а стоп. А если я вот, например, за 400к вот такие куплю, сохранить и оплатить. Закрыть каталог колес, сохранить и оплатить. Что будет? Ничего не будет. Так, у вас недостаточно, пишет. Ладно, тогда давай стандартные колеса тогда поставим. Закрыть каталог колес. Пока, может, на стандартных поедем, я потом новые поставлю. Ладно, сохранить и оплатить. Поставил стандартные сейчас. Сейчас посмотрим еще, как она будет выглядеть. Ну, смогу ли я те же колеса вернуть? Ладно, пока не буду ставить. Закрыть каталог, сохранить, оплатить. Пока такую оставим, в принципе. Так. Ну, чип дрифтовый такой. Нет, мне не нравится чип. Что это у нас? Тюнинг, да? Это у нас ничего, да, я так понял?
Да, это у нас ничего. Так. И что тут это? А, вот цвет, да? Цвет. Давайте вот. Enter. Так. Цвет кузова. Назад. Так. Смотрите-ка, черный давайте. Во-во-во. Цвет кузова принять. Интер. Все. Во-во-во. Черная такая. Прям топовая. Давайте сейчас дыбы поставим. 217 валит, да? Хендлинг, сохранение дыбы. Вот. Вот смотрите, как дыбы выглядят на иномарочках. Только на та. А у нее дыбы даже на дыбы не встают. Ну, чуть так приподнимается и все. Это даже хорошо, если честно. Так, давайте сейчас вот тут вот попытаюсь дыбы сделать. Так, аккуратненько. Смотрите. А, нет, чуть встает. И все. Я хочу вот драговую такую. Нет, 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 чувак. Так, аккуратненько. Драговую вот такую я и хотел. Но чуть другую. Смотрите. Двигатель, количество передач. Ускорение не 70 мы сейчас поставим, а, например, 25. Смотрите. Опа. Все равно драговая. Так, полный привод запихнем. Блин, опять. Блин. Ну ладно, друзья. Я думаю, тюнингом мы займемся потом. Остальным. Я за серией займусь. С вами был я, Лайон. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока.